В Дагестане в результате пожара в жилом доме погибли двое детей. Еще двое получили травмы. Они доставлены в реанимацию. Пожар произошел в одном из многоквартирных домов в Избербаше. В квартире находились 4 ребенка, 7-летний мальчик и 3-летняя девочка погибли. Пожар удалось локализовать на площадке 60 квадратных метров. Причины инцидента выясняются.